Всем привет! Это Бородатая мастерская. Я Влад. Представляю вам новые кахончики, которые мы собрали вот, со своим товарищем Пашей. Так, все кахоны состоят из 10-миллиметровой фанеры, покрытые двумя слоями полуматового лака. Все кахоны разборные, кроме вот этого последнего. Он у нас, как и экспериментальный, идет склеенный полностью. Сейчас я немножко вам про них расскажу и чуть-чуть послушайте звук. Значит, вот этот кахон, он разборной, у него тапа из 3-миллиметровой фанеры березовая сделана, она немножко уменьшена в толщине, где-то до 2,5 мм. Фанера покрыта морилкой, вот, и остается такая вот натуральная структура дерева. Второй кахон. Здесь тапа покрыта шпоном американского ореха. Вот, точно так же, как и в этом кахоне. Это два кахона, они фактически одинаковые, но в этом кахоне есть вот такие вот классные вырезы, вот такие вот интересные. В последнем кахоне у нас тапа из 3-миллиметровой фанеры состоит, и она покрыта морилочкой, плюс тоненький слой сверху лака. То есть вот эти два кахона, они фактически одинаковые, но немножко разные за счет тап и за счет покрытия. Вот еще в чем разница. Вот этот кахон в качестве эксперимента такого был. Вот так вот интересно обработан. Я там фотографии приложу. Вот здесь у него вышли формы такие вот штуки, типа под старину, такой под old school. Ну, кстати, табличка SkyJam — это наша компания. Вот пытаемся немножечко ее развивать. Ну, в общем, будет дальше еще лучше. Так, все кахоны у нас на ножичках сделаны, вот, резиновые ножки. Вот. По звучку сейчас пройдусь, чуть-чуть постучу и послушайте, как оно звучит. Вот. Как слышите, если камера это передает, вот эти два кахона, они чуть-чуточку более высокие за счет того, что у них тапа шпанирована дорогими американскими породами. Вот, что еще сделано? Сделаны вышлифовки. Вышлифовки, сказал такое слово. Немножко вышлифованы вот эти края, уголки кахона, для того, чтобы тапа чуть-чуточку не доставала, не прилегала плотно к этим краям, за счет того, это сделано для того, чтобы был такой щелчок, слэп такой случай. Вот это вот. Если бы этого не было сделано, то кахона не было бы слэпа, был бы вот такой звук. Вот. А так за счет вот этого микроотставания, оно у всех есть, да, есть дополнительный звук слэп. Здесь, здесь. Вот так. По звуку, я думаю, отдельно каждый кахон еще запишу, как они звучат. Если камера хорошо передаст, будет очень отлично. Вот. А так, вот такие изделия. С вами была Бородатая мастерская и Влад.